Ум. Приветствую всех участников фестиваля «Обнка». Также благодарю создателей фестиваля за предоставленную возможность участия в столь масштабном мероприятии, теперь уже в финале. Меня зовут Эльвира Панелич, я из Москвы, из России. Несколько слов о себе. Я закончила большую целительскую школу. Приходит в потоке, это как почувствовать именно, какого она должна быть цвета, что на ней должно быть, то есть какие фигуры по сакральной геометрии, цветок жизни, то какой-то трон, он соотношение, какое сочетание и так далее. Данные картины живые, они светятся, то есть они проводят поток. Эти картины написаны уже в большом количестве и разошлись по всей России. Они теперь есть и на юге России, на севере, в Новосибирске, в центре России, на Урале, Москва, Подмосковье. Они востребованы людьми, так как приносят каждому участнику свой регион исцеление, исцеляющие функции. Поэтому эти картины востребованы, они нужны людям. И далее, конечно же, я хочу продолжать.